Неприятный запах наблюдается не только в Нижнекамске, но и в набережных Челнах и Елабуге. Жители жалуются, что на улице невозможно дышать или открыть окна квартиры для проветривания. Я чихаю, когда слишком сильные выбросы. И да, был вчера. А он у нас каждый день, этот запах. Да. Ну, запах прямо вонючий такой запах. Мы там внизу живем, вон, 12 этажки, на 10 этаже. По утрам вообще. Жалобы поступили и к экологам, поэтому для отбора воздуха выехала специальная передвижная лаборатория. Сейчас производится отбор атмосферного воздуха. Будет производиться анализ приборами, оборудованием и аналитически. Компоненты фенол, формальдегид, сероводород. Здесь воздух распределяется по компонентам. Приборы автоматически все анализируют и сразу передают информацию в Казань, в Министерство экологии. Поэтому обмануть технику не получится. На всех трех точках при решении ПДК по компонентам не установлено. То есть атмосферный воздух в норме в пределах ПДК. В результате анализов были обнаружены несколько компонентов – ароматические углеводороды, фенол и формальдегид. Однако, по словам экологов, все показатели в пределах нормы. Алсу Рахматуллина, Ильдар Ахметшин, новости НТР.